Натягиваем стопорочки, мы поставили около позы, спинка прямая у всех. Ручки ставим обязательно прямо. Вот так, где у тебя поза? Вот здесь. За макушкой вытягиваемся. Что у нас на макушке? Шарик. Правильно? У нас есть шарик. Стоп! Мы вытягиваем вперед. Склеиваем здесь. Склеиваем. Стопы смотрят вперед ровненько. Ровно. Следим за тем, чтобы пальчики все смотрели ровно вперед. И начинаем работать ногой. На себя. От себя. Если дети чуть-чуть постарше, можно попросить их здесь ножки напрячь, и тогда ножки чуть-чуть оторвутся от пола. Попробуем? Да? Нет. Спинка при этом прямая, обязательно ручки у попы. Ручки у попы. Хорошо, пока не натягивай. Просто опусти ножки. И раз, и два, и три. Не спеши. Коленочки у всех собраны. Следим за тем, чтобы коленки смотрели вместе. И не спешите, пожалуйста. Сделайте так, чтобы... Давай. Очень красиво сделаем, чтобы до конца дотягиваем. И обратно. Положение флекс. И вниз. И вверх. Не спеши, пожалуйста. За макушкой тянись. Обязательно в этом упражнении следите за тем, чтобы у ребенка была прямая спина. Можно поставить на головушку кубик. У нас есть кубик. Шляпу мы надеваем с тобой. За макушкой тянись. Вот так. И работаем стопами. Молодец. Еще. Раз. И два. И три. И четыре. Пять. И шесть. И... А теперь у нас работает заяц. По одной ручке. Опускает. Она опускает. Раз. И два. Нет, у нас зайка не спешит никуда. Он медленно гуляет по полянке. И ножки стараемся натянуть. Стоп вытягивается до конца. Не спеши, лучше хорошо проработать стопы.